Здравствуйте. Начинаем подробности. В студии Алексей Лихман. Молебен по небесной сотне. Украина вспоминает кровавые события Евромайдана. Второй пошел. Вслед за Ефремовым в суд отправился Чечетов. Европейский совет. Меркель и Олланд встретились. На повестке Украина. Особенности российской медицины. Врачи не нашли у Надежды Савченко проблем со здоровьем. Украина чтит память героев Небесной Сотни. Несколько минут назад в центре столицы на месте этих трагических событий прошел молебен по погибшим. На Майдане Незалежности находится моя коллега Елена Зорина. Лен, здравствуй. Как много людей собралось и как все прошло? Здравствуй, Алексей. Ну, собственно, на Майдане Независимости несколько минут назад прозвучала композиция Куина Кача. Это именно та композиция, под которую год назад прощались Небесные Сотни с погибшими здесь, на улице Институтской. И вот сейчас вы, наверное, можете видеть, люди несут цветы, лампадки, чтобы почтить память погибших. Начали собираться здесь еще задолго до начала акции. Собственно, еще с утра сюда приходили люди. Ну и вот людей чрезвычайно много. Расположились люди на улице Крещатик, движение там перекрыли, и вот что говорили нам люди. Як не плакати? Тож не тільки зараз, оце цю хвилину, а скільки днів вже і плачеш, і тут, і дивишся, що робиться на Сході, а ведь починаючи із цих подій, з Майдана, люди повіддавали своє життя. Сьогодні треба віддати шану загибшу, то все. Так що таке буде, все добре. Одними из первых приехали сюда, на Майдан, и родственники Небесной Сотни. Они расположились на специальной трибуне, которая прямо напротив сцены. И вот нам удалось пообщаться с девушкой Сергея Негояна. Это один из первых погибших во время революции достоинства. Ну, я 20-го вранці не была тут. Почула про те, що йдуть такі масові розстріли вже ще по телевізору. Тобто я це все не усвідомлювала. Коли вже я приїхала сюди і побачила, як виносять героїв, то це просто не передати словами. Но именно со стихотворения Тараса Шевченко, которое в свое время Сергей Негоян читал, начал свою речь Петр Порошенко. Президент Украины прибыл на Майдан около 7 вечера, выступал перед собравшимися. И вот что говорил. Выстояти, зберегти державу мы сможем лишь за умови, коли мы збережемо єдність. И я впевнений, Украина будет жить в мире. Розвиватися і рухатись в обраному європейському напрямку. Ми всі у вічному боргу перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і прекрасних синів і доньок. І схиляємося перед дітьми, що втратили батьків. Ну, далее на Майдане зажгли лучи достоинства в памяти погибших, а Петр Порошенко отправился на трибуну, там, где расположились родственники Небесной Сотни. Ну, и вот одним из первых также на Майдан прибыл советник президента Михаил Саакашвили. Он общался тоже с родственниками Небесной Сотни, но и говорил, что Украине, помимо революционных испытаний, конфликта на Донбассе, еще предстоят испытания. Это испытания реформы. Вот эти люди, эти граждане, эти дорогие люди, они главные сейчас для всех. И я думаю, что этот Майдан должен показать, в том числе каждому украинскому политику, что они не могут, никогда не должны больше не то, что пренебрегать народу, но вообще, чтобы ни минуты не проводили зря, не заботясь о них. Я думаю, что если уже этот Майдан никого их не научит, то уже ничего не научит. Но акция на Майдане продолжается, люди продолжают нести цветы, лампадки. По периметру территорию охраняют правоохранители, самооборона, и пока что здесь без инцидентов. Алексей. Спасибо, Лена. Это была Елена Зорина с Майдана Незалежності, куда в эти минуты приходят тысячи и тысячи людей, чтобы почтить память погибших во время
революции достоинства. Сегодня же президент Украины вручил награды семьям героев Небесной Сотни. 107 орденов «Золотая звезда». 5 активистов Майдана посмертно получили звание Героя Украины. Перед награждением мы пообщались с родственниками погибших. Среди них и мать белоруса Михаила Жизневского, который погиб на улице Грушевского, но наградить его пока не позволяет закон. Я знаю то, что моему сыну пока ничего нету. Ничего. У него на могиле идет вандализм. У меня только хватит сил дождаться, чтобы... Вот я увижу документы о присвоении Миши Героя Украины, и все, больше я не смогу жить. У меня нету сил. Нету. Я живу просто на честном слове. И во время церемонии награждения президент рассказал о результатах расследования СБУ, кто руководил снайперами, которые расстреливали активистов Майдана. Керівництво Служби безпеки України проінформувало мене, що допитані нею бійці Альфи дали покази, прямі покази під час розслідування кримінальної справи, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані. Звичайно, що питання злочинів проти людяності не мають терміну давності. Новости з передової. Що відбувається в районі Дебальцево, узнаємо Веніаміна Трубачова. Веня, здравствуй. Яка у вас обстановка? Як часто відкривають вогонь? Да, Алексей, в районе Дебальцево обстановка по-прежнему сейчас напряженная, постоянные канонады, которая была еще несколько дней назад, нет, но вот периодически слышны залпы и взрывы, боевики стреляют из минометов сейчас в основном по позициям украинских военных, армейцы же открывают огонь в ответ, только если точно известна позиция боевиков, и вот в целом на этом участке фронта продолжаются такие локальные бои. Со стороны Дебальцево слышно постоянно. Выстрелы. И вот из чего сейчас стреляют тут? Грады, минометы, артиллерия. Ну вот отдельные подразделения военных до сих пор находятся в Дебальцевском кольце. Сегодня нескольким бойцам удалось вырваться из окружения. Они шли ночью пешком. По-другому сейчас не пробраться. Все выезды и въезды в Дебальцево контролируют боевики. Много там засад и огневых позиций террористов. И вот сколько еще десятков, может быть, сотен военных находится в окружении, точно сейчас сказать никто не может. Есть те подразделения, которые вышли вместе с командирами. Командир выводит 50 человек. Там в котле остается 300 человек. До сих пор выходят сейчас люди по одному, по два кучками. Они выходят с этого котла, с окружения. Третья рота капитана Станковича залишилась в оточении на околиці села Тобовицьке. І, відповідно, наказу про відхід немає. Це порядка десь 120 чоловік, які залишилися в степу. Відповідно, і їхня доля досить невизначена. Ну вот в Генштабе слова этих военных не подтверждают и говорят, что все подразделения вышли организованно и планово. Организованно, в соответствии с планом, вышли. Я видел и читал несколько заявлений о том, что в тех или иных точках Дебальцевского плацдарма якобы в окружении находятся украинские военнослужащие. Но на данный момент я эту информацию не могу подтвердить. Ну вот сейчас украинские военные укрепляются на новых позициях. Фактически линия фронта на этом участке переместилась в район поселка Луганское. Украинские военные там копают окопы, строят блиндажи и размещают новые огневые позиции. И вот армейцы говорят, что перемирие боевики не соблюдали ни минуты и нужно готовиться к новым боям. Аппетит растет во время еды, как кажут. Думаю, на этом никто не остановится. Потому что я и сказал, что хочу всю Донецкую область забрать. А уж мы будем стараться ее не отдать.
Вот поселок Луганский сейчас под постоянным обстрелом. И вот я сегодня там в течение дня работал, и целых домов там практически не осталось. Нет ни света, воды, ни газа. Люди прячутся в подвалах. И вот продукты даже только изредка привозят волонтеры. И вот в таких фактически боевых условиях живет несколько сотен человек, и все они нуждаются в помощи. Стреляют. Стреляют вечерами, особенно нельзя сидеть нигде, ни дома, ни в подвале. В основном старики все поставались. И куда уезжать, если некуда уезжать? Никто никому нигде не нужен. Ну, вот боевые действия продолжаются и на других участках фронта. В частности, в районе Донецкого аэропорта боевики из градов обстреляли Авдеевку и Тоненькое, а также из тяжелых артиллерий были атакованы Опытное, Водяное и район Курахово. Ну вот в целом в последние сутки боевики обстреливали украинские позиции и населенные пункты больше 50 раз. Алексей. Спасибо. Это были последние новости с фронта от Вениамина Трубачева. Мы еще вернемся с вами к ситуации на передовой. А вот сейчас о том, что западная пресса и западные политики говорят о ситуации на востоке Украины. Подробнее София Гордиенко. У западных журналистов вызывает как минимум недоумение, почему в Украине скрывается истинная ситуация на фронте, и армейские чины твердят, мол, не было котла ни под Иловайском, ни под Дебальцево. Ни для кого не секрет, с кем сражаются украинцы, и понятно, противостоять российской армии тяжело. Но зачем же вводить заблуждение, задается вопросом французское издание «Le Monde». Зам главного редактора The Wall Street Journal взял интервью у 4 бойцов украинской армии, которые чудом выбрались из Дебальцево, и которые все как один заявили, организованного отвода войск из Дебальцево не было. Выбирались ночью под обстрелами, теряя людей. Что касается миротворческой миссии, которую просит Порошенко, то сегодня еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан четко сказал, надо вначале пробовать сделать все, чтобы заработали Минские соглашения. И еще Украине пора взяться серьезно за экономику и реформы. Правда, как реформировать страну, в которой идет война, а правительство делает все, чтобы реформ не проводить? На этот вопрос у господина Хана, похоже, ответа нет. А вот украинский представитель при ООН Юрий Сергеев уже начал переговоры в секретариате организации по поводу того, как выполнить решение СНБО и все-таки привлечь миротворцев на восток Украины. Латвия готова предоставить своих военных, если ООН даст добро. Но камнем преткновения остаются россияне, которые могут в любой момент заблокировать такое решение, и сепаратисты. А без добра этих сторон миротворческая миссия скорее станет новым поводом для агрессии. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд сегодня встречались в Париже. Вопрос отправки миротворцев в Украину не комментировали. О чем говорили, знает Татьяна Логунова. Наверное, сложно найти европейских лидеров, которые встречаются так часто из-за конфликта на востоке Украины. В последнее время Меркель и Олланд видятся несколько раз в неделю. И постоянно созваниваются друг с другом, а также с президентами Украины и России. Сегодняшняя встреча двусторонняя в Париже. Франсуа Олланд принимает Ангелу Меркель в Елисейском дворце. Украина – одна из главных тем переговоров. Немецкий канцлер и французский президент, которые представляли Европу на переговорах в Минске, обсуждают принятые там договоренности. Вернее, их невыполнение. Еще со времен сентябрьских минских договоренностей мы с канцлером уверены, соглашения должны быть имплементированы. Я имею в виду прекращение огня, которое должно соблюдаться на всей территории. Меркель и Олланд считают, договоренности еще можно спасти и пока делают ставку на это. Но в случае окончательного провала готовы принимать меры и обсуждать новые санкции против России. Если мы увидим, что определенные пункты не выполняются, то можем поднять тему санкций. Но, как уже сказал французский президент, мы ездили в Минск не для того, чтобы вводить санкции, а чтобы в Украину пришел мир. Это длительный процесс, у нас не было иллюзий. Переговоры продолжатся уже на следующей неделе. Во вторник в Париже состоится очередная встреча Нормандской четверки. В этот раз на уровне министров иностранных дел. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Великобритания и Евросоюз проспали противостояние с Россией. Так считают британские лорды. В чем обвиняют правительство, Светлана Чернецкая из Лондона расскажет. 123 страницы анализа и рекомендаций. Это масштабный доклад Комитета по делам ЕС Палаты лордов британского парламента. В документе разгромная критика подхода Великобритании и Европейского Союза к украинским событиям. Мол, они катастрофически неверно оценили настроение Кремля накануне кризиса в Украине. Претензии звучат в первую очередь в адрес британского правительства.
В общем, в Лондоне не проявили заметного участия в усилиях по разрешению кризиса. Это цитата из доклада. Доклад действительно очень критический, и в нем много существенных замечаний в адрес британского правительства. Но, прошу прощения, проспали противостояние с Россией? Да поведение России понятно последние 14 лет, только слепые не замечали и не понимали, что будет дальше. В докладе 6 глав. Охвачены все вопросы, связанные с кризисом. Отдельно рассматривается торгово-экономическое сотрудничество ЕС и России, а также отношение россиян к НАТО и Евросоюзу. Анализируется эффективность санкций. Кстати, лорды предлагают их расширить против российского финансового сектора и распространить на ближайшее окружение Путина, а не на чиновников средней руки в Крыму. Есть в докладе глава, полностью посвященная Украине. Здесь анализ событий от Майдана и до Минских соглашений. Экономическая поддержка нашей страны, по мнению авторов доклада, недостаточная. Досталось и Евросоюзу, мол, в Брюсселе не смогли выработать единую политику в отношении Москвы из-за конкурирующих интересов внутри Союза. В общем, критики много, и авторы надеются, что Запад, наконец, снимет розовые очки. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». И снова к обстановке на востоке Украины. Луганские боевики согласовали карту отвода тяжелого вооружения. Об этом сообщили в украинском координационном центре, который контролирует режим прекращения огня. А как в самой области пережили этот день наши военные и мирные жители, узнаем у Ярослава Кречкова на прямой связи со студией. Ярослав, здравствуй. Какие у тебя новости? Добрый вечер, Алексей. Мы сегодня были в нескольких километрах от оккупированного боевиками Первомайска. Наши военные говорят, что с начала режима прекращения огня. Сегодня это первый день, когда там тихо. Потому что вот раньше боевики регулярно в предыдущие дни обстреливали украинские позиции из минометов и тяжелой артиллерии. Режим не дотримується. Идут обстрелы, но уменьшились. А после подписания были обстрелы, как бы наоборот, даже увеличились. Ну, сейчас уже два дня тихо. Вот вчера по нашему блокпосту выкрыли. Вот такие вот перемирие. А не будем корректировать, как близко попало. Вчера стреляло, но не долетело. А так сегодня, слава богу, тихо. Полное прекращение огня террористами наши военные не верят. Говорят, пока нет даже намека на то, что боевики собираются отводить тяжелое вооружение от линии фронта. И вот сегодня на блокпосту мы слышали, как вдалеке работает их артиллерия. Разрыв, скорее всего, пушки. Сейчас слышно в районе Дебальцево, Троицкого, между Троицким и Дебальцево. Скорее всего, ихние. Наши молчат пока. Ну и, до речі, ми навіть часто бачимо, як запускають гради з тих самих міст, а толку ми ж додержимося перемір'я. Залпи артилерії терористів слышны і в ближайшим к українським позиціям поселке Золотом. Часть жителей виїхала, а ті, хто остався, говорять, привикли к звукам віддалених взривів. Даже діти спокійно грають на площадках. В округе слышно, но вы сейчас здесь едете, слышите выстрел. Примерно в таком же духе. Если сильно, мы идем до подъезда, если что, в подвал спускаемся. Вот такая обстановка сейчас в Луганской области. Алексей. Спасибо, Слав. Это был Ярослав Кречко из зоны АТО. Нужно ли вводить миротворческие войска на Донбасс? Что по этому поводу думают сами жители временно оккупированных территорий? И что еще их тревожит? Давайте послушаем. Сегодня ночью был небольшой обстрел окраин города Красноворонки и города Марьинки. Я думаю, что нужно миротворческие войска, потому что это война всех и уже... Надоело, очень устали. Все хотят мира и спокойной, тихой жизни. Некоторые люди как жили в подвалах, так и живут, потому что в квартирах нет стекол. А в подвалах стоят буржуйки, там они обогреваются. Очень большая проблема с продуктами питания. Очень плохо заводят хлеб. Сегодня в Донецке тихо, в отличие от вчерашнего дня. Дочь пришла из школы и... Их теперь будут два раза в неделю кормить консервами. Это даже целесообразно было бы, да, ввести. Ну, как я понимаю, это же на границе, вдоль границы будут стоять миротворцы.
Я думаю, это целесообразно сделать. Это давно надо было сделать. Это первое. То, что их не введут, это, скорее всего, наверное, очень-очень большой процент. Потому что Россия имеет право вето, и она его не наложит. Я думаю, ей это не выгодно. В городе пока тихо. Здесь, в городе, как с 15 числа, не слышно. Все настораживает, потому что мира-то нет фактически. Там-то воюют, поэтому, когда здесь начнут вопрос времени, наверное, ездят крытые КАМАЗы, ну, в смысле, грузовики, а что в них находится, ж никто не знает. Что касается людей, ну, в камуфляжной форме ходят, а сказать там больше-меньше, ну, такого не скажу, не знаю даже. Выехать сложно очень отсюда. Российский Совет Безопасности, созванный Путиным, обсудил поставки газа в Украину, в частности, на оккупированные территории. Как заявил Дмитрий Медведев, энергоносители в Донецкую и Луганскую области поставляют по альтернативному маршруту из объема, заявленного украинской стороной. При этом заявка, по словам Медведева, увеличена в 2,5 раза. И если этот объем не снизится, предоплаты хватит только на несколько дней. Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 25 января о чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма. Этот документ предусматривает немедленную помощь пострадавшим на востоке страны и обустройство мест размещения беженцев. Предприятия «Энергорынок» должны исключить из расчетов генерирующие предприятия, которые находятся на подконтрольной террористам территории. Измениться должны и полномочия антитеррористического центра СБУ. Вот будут ли вопросы, связанные с введением этих чрезвычайных мер, а возможно даже и военного положения, рассматриваться на внеочередной сессии Верховной Рады, состоится ли она 26 февраля, мы пытались сегодня узнать у политиков, но они пока это комментировать не хотят. И теперь новости из Мариуполя. Там находится Александр Пантелеймонов, мой коллега выходит с нами на связь. Саша, здравствуй, как у вас обстоят дела? Да, Леша, вот продолжаются бои за Широкино. Сегодня туда попасть из Мариуполя просто невозможно, потому что дорога простреливается террористами, обстреливают в том числе и гражданский транспорт. Но вот хочу сказать, что террористы сейчас, общая установка такая, что накапливают силы в районе населенного пункта и даже перекидывают их туда с других направлений. И сегодня была даже замечена в районе Широкино боевая авиация Российской Федерации. Несколько самолетов пролетели вдоль береговой линии, огонь они не вели. Скорее всего, на этот раз основная их цель была разведка. Сьогодні було зафіксовано понад 6 обстрілів. Всі вони велися з мінометів та стрільської зброї. Поблизу Широкіна є проходи перегрупування противника. Також там є помічені надходження живої сили та бронетехніка. Но вот сегодня нам удалось побывать в поселке Гнутово. Это крайняя точка, где стоят наши военные. Единственный пункт пропуска на временно оккупированные территории. Вот в силу того, что сейчас значительная часть сил противника оттянута на Широкино, здесь временное затишье. Но еще несколько дней назад здесь стреляли из всех стволов, буквально из самых тяжелых вооружений. И вот эта вот воронка, которую вы наверняка можете видеть сейчас на своих экранах, от 300-миллиметровой пушки «Пион». Последние дни сейчас обстрелов по позициям не ведется. Режим вроде бы соблюдается. Но вдалеке со стороны песчаника, со стороны Октября слышны залпы. Мы, конечно, в ожидании, только не знаем чего, но сомневаемся, что оно долго протянется, это перемирие. Но вот этим затишьем временным пользуются и местные жители, в том числе и с временно оккупированных территорий, проезжают в Мариуполь и наоборот в сторону Новоазовска. И вот говорят нам, мы с ними пообщались, рассказывают, что очень уже устали от войны. Мне жалко всех детей, которые погибают. Я очень хочу мира. Мне больше ничего не надо. Ну и вот по самым последним данным, сегодня и вчера со стороны Украины-российской границы террористам продолжали приходить новые подкрепления. Это и самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и бронетехника. И сейчас данные о количестве и местоположении этих подкреплений уточняются штабом АТО. Пока у меня все, Алексей. Спасибо, Саша. Это был Александр Пантелеймонов с последними новостями из Мариуполя и окрестностей города.
Вчера телеканал «Интер» подал жалобу в Генпрокуратуру на действия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовет вынес «Интеру» второе предупреждение после того, как провел внеплановую проверку. Провел без разрешения Кабмина и самого телеканала и тем самым нарушил закон. Подтверждением того, что Нацсовет все-таки превысил свои полномочия, стал документ, обнародованный журналистами «Зеркало недели». Это проект распоряжения Кабмина, который пока без даты и позволяет Нацсовету проводить проверки без разрешения. Вот что по поводу действий Нацсовета и нового кабминовского распоряжения думают эксперты. Я думаю, что это выглядит очень некрасиво и юридически необоснованно. Ну, скажем так, суд должен быть, если он будет основываться на законе судебное рассмотрение, то он закончится в пользу телеканала «Интер». Это элемент цензуры. На самом деле это элемент давления на средства массовой информации, поскольку в современном цивилизованном мире именно рынок должен регулировать деятельность того или иного средства массовой информации, а не некие регуляторные структуры. Надежда Савченко отказалась от медикаментозной поддержки и будет пить теперь только воду. Об этом говорит сестра украинской пленной Вера Савченко. Они виделись позавчера. Сестрам вместо 40 минут дали поговорить только 8, поскольку разговаривали они по-украински. Встреча была прервана. Савченко голодает уже 70 дней. У нее начались проблемы со щитовидной железой. Но Следственный комитет России оценивает состояние Савченко как удовлетворительное. Вернуть гарантированные законом выплаты и льготы требовали сегодня у здания Конституционного суда чернобыльцы, афганцы, инвалиды и ветераны войны. Принимая бюджет 2015, правительство и парламент о них забыли, утверждают протестующие. Общественные организации подготовили иск с просьбой защитить их права. Под ним подписались и полсотни депутатов. Обращение передали в Конституционный суд. Всех ветеранов, чернобыльцев, афганцев, детей войны. Лишили права бесплатного проезда, лишили льгот людей по жилищно-коммунальным услугам. При этом тарифы, мы понимаем, сейчас вырастут несколько раз. Но нельзя сейчас всех людей под одну гребенку и списывать сегодня все это на экономические проблемы. 18 бывших чиновников высшего ранга подозреваются в преступлении против Майдана. Им ГПУ уже вручило уведомление о подозрении. Получил уведомление и бывший нардеп Чечетов. Но он за организацию ручного голосования 16 января. Подробнее Екатерина Лысенко. Получите подозрение на руки. Сегодня Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в совершении преступления бывшему нардепу от партии регионов Михаилу Чечетову за скандальные законы 16 января. Прошу народных депутатов, які за, підняти руки. Чечетова подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. При працюючій системе Рада было принято решение про голосование руками. Однако расследование... Встановлено, що фактично, як було оголошено, 235 проголосувавши, такого не було. Навіть не було 226. При цьому також участь брав народний депутат Чечетов. Він після так званого голосування, як член лічильної комісії, підписав протокол лічильної комісії, яким фактично було в протиправний спосіб легалізовано, незаконно, не прийняті, але надано вигляду, що начебто прийняли ці закони 16 січня. Суд законів прокурори зараз не розглядають, а тільки саму процедуру голосування. Протягом 2 місяців слідчий повинен вирішити питання або щодо передачі матеріалів до суду, або щодо закриття кримінальної справи. Чи будуть його судити, чи ні, це ще питання. Це буде тільки в тому випадку, якщо матеріали передадуть до суду і не закриють провадження. Звичайно, велике питання буде, як поведеться наша судова система. Тому що суди у нас абсолютно не реформовані. І одна справа – це почати проводити справи, довести її до суду, інша справа, що ухвалить суд. За подозрением в ГПУ Чечетов прийшов сам. Получив уведомлення, бывший нардеп сказав, несмотря на дело, бежать із страны не собирается. Вместе з тим ГПУ сразу же обратилась в суд для избрания Чечетову меры пресечения. Обвинение настаивает на аресте. Екатерина Лысенко, Валентин Белич, подробности, телеканал «Интер». Печерский суд Киева сегодня же взялся определять меру пресечения для Чечетова. Больше подробностей знает Ольга Рыцарь, она сейчас возле здания суда. Оля, тебе слово.
Добрый вечер, Алексей. Да, суд по избранию меры пресечения для Михаила Чечетова начался буквально 40 минут назад. И хочу отметить, что на заседании практически нет людей, кроме представителей прессы. Ну а само заседание началось с опозданием на 4 часа, поскольку защита просила время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Ну а на самом заседании прокурор сразу же сказал, что экс-депутату грозит до 6 лет заключения, и сказал, что и просил взять его под стражу или же заплатить залог в размере не меньше 5 миллионов гривен. Сначала просили 10 миллионов, но, учитывая возраст и материальное положение, решили уменьшить этот залог в 2 раза. Ну а вот что об этом всем думает сам Михаил Чечетов. Хочется только одного, чтобы не давлела политика. Чтобы не было политики, а была суть. Если в нас в стране не будет над всем давлеть политика, пойдет и экономика, объединится страна. Ну и буквально только что стало известно, что заседание суда перенесли на сегодня же, на 21:30, поскольку защита подала ходатайство об отводе в суде. Алексей. Спасибо, Оля, за работу. Это была Ольга Рысарь из Подпечерского райсуда столицы. Там и решают меру пресечения для бывшего нардепа Михаила Чечетова. Свечи, цветы и слезы. Во многих городах Украины сегодня вспоминали о событиях на Майдане. Так в Николаеве открыли памятник Небесной Сотне. Монумент представляет собой, я попрошу режиссеров показать его, все же представляет собой представляет собой 2 крыла. Извините. Память героев почтили там минутой молчания и отслужили молебен. Гранитную стелу установили в Запорожье. На ней надпись «Героям революции» и строки «Франко». Многие почтили память погибших, стоя на коленях. В Харькове горожане принесли цветы к монументу Тараса Шевченко, где год назад собирался Евромайдан. Среди погибших в Киеве 3 харьковчан. В память обо всех в храмах одновременно зазвонили колокола. У памятника Шевченко собрались люди и в Черновцах. На асфальте нарисовали герб Украины. По контуру поставили свечи и замерли в минуте молчания. Одесситы у памятника Дюку с зажженными свечками молились о будущем Украины. У некоторых в руках были факелы. Жители Ривны поименно вспомнили всех погибших в Киеве и после молитвы отправились к дому с барельефом «Героем Небесной Сотни». Небесную Сотню вспоминали и в Москве. Чем все это закончилось, знает наш сапкор в России Данил Русаков. Вот так московская полиция поприветствовала тех, кто пришел почтить память погибших майдановцев. Активисты российского протестного движения принесли цветы. Однако те, кто называет себя участниками антимайдана, преградили им путь. Что можно сказать по этому поводу? Ничего не скажешь. Нельзя подойти, потому что люди просто не пропускают. Поставить свечи, положить цветы. По словам собравшихся, события годичной давности для них личная трагедия. Людей, вышедших на центральную площадь Киева, оппозиционно настроенные москвичи открыто называют героями. Люди боролись за свою свободу. Они убрали вора Януковича. Она святая. Их расстреляли беззащитно, со щитами. Представители так называемого национал-освободительного движения скандально известного депутата Госдумы Федорова сюда пришли тоже. Агрессивно настроенные прокремлевцы с оранжево-черными лентами на одежде устремились в толпу проводить ликбез. Стрелять в людей милиции правильно? Если полиция подвергается нападению, если Неравнодушных москвичей, которые хотели почтить память погибших на Майдане, прокремлевские активисты называли фашистами, а вездесущему Госдепу предложили сгореть. По замыслу представителей российской оппозиции, цветы и свечи они должны были принести прямо под стену украинского посольства. Однако сделать это помешали представители полиции. Они выставили металлоограждение. Тех же, кто пытался подойти к постройке, сразу же задерживали. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Наш выпуск подходит к концу, но информационный вечер на Интере только набирает обороты. После подробностей в эфире «Черное зеркало». И вот к нам присоединяется Евгений Киселев, ведущий самого популярного политического шоу в Украине. Евгений, вам слово. Что сегодня будет происходить в студии «Черного зеркала»? Ну, сегодня в «Черном зеркале» мы, конечно же, тоже будем говорить о том, о чем сегодня было очень много разговоров и воспоминаний, о годовщине трагических событий на Майдане, будем вспоминать героев Небесной Сотни. Здесь у нас будут политики, которые тогда
стояли на Майдане, рядовые граждане, которые тогда стояли на Майдане, журналисты, которые освещали события на Майдане. Ну, и тем не менее, конечно же, мы не сможем не остановиться на новостях, которые продолжают поступать, в том числе и сегодня. Мы обсудим то, как развивается военно-политическая ситуация, как выполняются и выполняются ли минские договоренности, и что об этом думают за пределами Украины. У нас здесь в гостях мы ждем одного из самых известных в мире французов, личного друга президента Франции Франсуа Олланда, знаменитого философа Бернара Анри Леви, который завтра здесь в Киеве показывает свою пьесу, посвященную Майдану. Ждем других интересных гостей, так что смотрите нас сразу после подробностей. Спасибо, Евгений, за анонс. Зрителям напомню, эфир «Черного зеркала» буквально через несколько минут после подробностей. Я же на этом с вами прощаюсь, но ненадолго. Встретимся в студии «Черного зеркала».